врагу не пожелаешь. Если бы я знала, что делала, я бы никогда в жизни не поехала бы на эту лагуну. Да, просто на такой больше лодке нельзя ехать. А это без разницы. Почему? Ну, потому что это такая среднегабаритная лодка, она постоянно будет так укачивать. Например, если моторка, то есть маленькая, она быстро едет, то есть тебя будет там... прыгать будешь, но ты быстро там тебя не снимаешь. Ну да. Ну мы с тобой на многие лодки ездили, у нас не первый раз такой сильный. Первый раз вообще ужасно. Мы еще нормально, по сравнению со всем, что здесь творилось, да, на этой лодке, это, конечно, ужасно вообще. Можно было открывать больницу. Ты видела это там, который спасал всех, носился по этому... Спасатель. Ну, друзья, вот такие вот вещи. Ох, водичка упала. Такие вещи происходят. Ой, сейчас посмотрим, что очередной сейчас будет этап. Вообще ужасно, конечно. Тошнит такое состояние, очень плохое. Сейчас получше уже. И людей сейчас уже меньше стало, как-то легче, свободнее будет. Интересно еще, что вот этот запах бензина или запах вот этой горючего его невыносимо тут такой стоит. Я так думаю, что он не очень далеко-то мы поедем. Ну вот, мы сюда поедем. А, мы сюда уже подъезжаем? Ага. То есть это уже здесь получается? Голубая лагуна наша. Да, где-то тут, я не знаю, с какой стороны, но это вот этот маленький составок его. Может, он даже разгоняться не будет, видишь, так спокойно плывет. Если бы он так постоянно плыл, нас бы не укачало. Ну, если бы он так постоянно плыл, мы бы, наверное, доплыли бы. Завтра, да. Если... Очень красивое море. Средиземное, просто обалденный вообще цвет. Вот это место у нас называется, это Гоза, то есть остров Гоза. Остров Мальты, сюда где-то часа два мы ехали. И сейчас сколько там, 15 вроде евро стоит. Круизер, поездочка это. Конкретно здесь всех штормило, сначала всех намочило, всех, кто здесь сидел. Потому что такие волны конкретные были, и скорость он хорошую набрал. А после этого уже начало людям плохо становиться. Всем раздавали здесь пакетики, все носились взад-вперед, спасательные операции проходили. Вот. Лично мне было очень тоже плохо, ну как очень, такая тошнота стояла, поэтому... Вот, пришлось занять такую позицию, чтобы хуже не стало, скажем так. Но вроде все нормально. Сейчас будем потихоньку продолжать наше путешествие. Но чувство не из приятных, скажу. Также я уверен, что если бы они бы предупреждали о том, что будет вот так плохо, как было людям, на этих паромах, не на этих паромах, а вот на этих лодочках, наверное, людей было бы очень мало. Потому что мне лично впервые так плохо стало. Хотя уже какое количество этих паромов, лодок разных, этих байдарок, не знаю, чего только угодно, не меняли, на чем только не катался. Но чтобы именно так, как сегодня было плохо, это впервые такое было. Но зато после каждого плохо есть... Очень хорошо. И вот сейчас очень классно. Оказывается, эти жилеты, круги лежат, если это
это они, конечно. Что-то в этом роде здесь не жить. Даже при такой маленькой скорости вот здесь и то конкретно так покачивается. Нашей голубой лагуне. И с каждой минутой этого приближения здесь все красивее и красивее становится. Мальта, друзья, это вот Средиземное море. Ladies and gentlemen, we are now entering the Blue Lagoon at the island of Comino. Welcome to Comino. Over here, ladies and gentlemen, we are going to stop. Вот мы и прибыли в Голубую Лагуну. Ladies and gentlemen, we are going to stop here for 3 hours 45 minutes due to the weather conditions. It's better that we leave a little bit earlier than usual. So instead of 4 hours, ladies and gentlemen, we are going to stop here for 3 hours and 45 minutes, and therefore the boat will be leaving from Blue Lagoon exactly at 3:30. 3:30, ladies and gentlemen, is going to be departure from Blue Lagoon. It's very important to remain seated, please, until the boat is safely secured to the jetty, and departure from the Blue Lagoon, ladies and gentlemen, will be exactly at 3:30. 3:30 today, not tomorrow. Thank you. Да, not tomorrow, говорит. Какая здесь красивая вода. Удивительно. Вот здесь вот, вот это я понимаю, вот это вода, конечно. Это совсем другое, это на самом деле реально здесь Голубая Лагуна, просто обалденная. Так, сейчас будет выкидывать якорь наш капитан.
Так, якорь пошел. Какой-то пик. Смотрим, что он достанет. Ага. Вот образом происходит это у нас. Привязал. Таким образом мы тут должны зависать. Приколы. Надеюсь, он на берег-то нас доставит. Здесь в этой голубой лагуне такие должны торчать. О, какая красота! Красота. Вот это я понимаю уже. Вот здесь уже хочется жить, вот здесь хочется радоваться, тут хочется уже находиться. Здесь почему-то холодно из-за ветра, скорее всего. Сейчас посмотрим, что будет, когда спустимся на землю. Зато вода какая прозрачная здесь. Ladies and gentlemen, welcome to Comino. Departure from here is 3:30. Thank you. Ветер okay. Здесь не слабый. If you come back with us, departure from here is 3:30. Have a nice time. Thank you. Который мы все-таки добрались до этой голубой. Были у нас по дороге маленькие потери, точнее у нас на корабле. Многим было очень плохо. Он очередной прибыл корабль. Видать, они подъезжают, разгружают, потом они все-таки уезжают. Тут где-нибудь становится он в том месте или где-то в другом месте.
Голубая лагуна. Какая вода здесь вообще? Какая здесь зато вода? Вообще сила. Так, следующий говорит, пошел. Вот, вот это красота, вот это мне нравится. Да, только замерзли там. Ну сейчас, ну здесь зато жарко уже. Как-то странно. Там холодно, здесь жарко. Вообще не поймешь, как меняется температура. Вот это кайф, вот это реально наконец-таки место на этой Мальте, где очень красиво. Пляжа, правда, здесь как обычно нету, но по крайней мере здесь хотя бы голубая вода. Как такая вообще просто обалденное место, вот это сила. Вот смотри, пляж какой. И вот такие вот у них здесь пляжи, как это вообще можно так? Да. О, какая здесь красота. Обалденно. Друзья, вот такая вот голубая лагуна у нас. Что, пока буду выключаться, я сейчас посмотрим, что к чему. Смотрите, Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, Солнечную Калифорнию, находимся на Мальте. Зависит, позовет.